45 каманд і больш за 350 удзельнікаў. Такім масштабным атрымаўся фестываль балотнага футбола. Гэтае спаборніцтва па ініцыятыве Гродзенскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў у Прынёмані арганізаваны другі раз. Летась пляцоўкай для іх стаў Аўгустаўскі канал. Сёлета горад Бярозаўка ў Лецкім раёне. Удзел у фестывалі балотнага футбола прымалі каманды гарадскіх і раённых выканкамаў, аб'яднаныя раённыя зборныя прадпрыемстваў і арганізацый Грузіншчыны і дружыны абласных арганізацый галіновых прафсаюзаў. На думку арганізатараў, такія спартыўныя мерапрыемствы спрыяюць згуртаванню працоўных калектываў і прапагандуюць здаровы лад жыцця. Мы ставим своей задачу пропагандировать здоровый образ жизни, единство, позитив в коллективах. Я думаю, что вот эти положительные эмоции, они все перенесутся по приезду в их трудовые коллективы. И на следующий год у нас еще будет более интересное мероприятие. Подобных мероприятий у нас много. Через две недели в Зельве пройдет заплыв, на чем попало, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И там уже плавательные средства, подручные, они все будут характеризовать военную тематику, нашу победу в Великой Отечественной войне. За перамогу змагаліся 37 мужчынскіх і 8 жаночых каманд. Незалежна ад таго, хто быў на полі, барацьба паміж удзельнікамі фестывалю балотнага футбола разгортвалася зусім не жартоўная. Кожная гульня была відовішнай і выклікала шмат эмоцый у балельшчыкаў і самі гульцоў. Участвуем мы уже второй раз. В прошлом году мы были. Неплохие результаты показали. Очень классное активное мероприятие. Всем нравится. Очень классная разрядка. Классно отдыхаем, сугубо положительные эмоции, приехали, ну, естественно, за победой приехали, дальше уже как пойдет. Отыграли свою первую игру, к сожалению, проиграли, но мы не расстроились, потому что наш первый раз, это наш первый опыт в таком виде спорта. Мы хотим повторить, конечно, такой опыт в следующем году, будем уже более готовы, будем готовы держать победу. Наш это первый опыт участия в таком виде соревнования. Вообще у нас не спортивная команда, мы просто все очень красивые и очень дружные. Эмоции у нас просто зашкаливают. У нас сегодня была первая победа. Девочки, Новогродок, про лучшие профсоюзы, ГОСы лучшие! Удзел у фестывалі балотнага футбола прымалі аматары, аднак, як заўважалі балельшчыкі, на полі часам былі сітуацыі, як у прафесійных футбалістаў. У выніку перамогу сярод жанчын заваявала каманда Лідскага раёна. Першае месца сярод мужчынскіх каманд у прадстаўнікоў адной з будаўнічых арганізацый Гродна.